Не только тяжелые заболевания, но и физиология, старение или пол человека могут стать причиной недержания мочи. Здесь стоит отметить, что с этой неприятной проблемой чаще все-таки сталкиваются именно женщины. Проблема недержания мочи на самом деле достаточно широкая, и мы с этой проблемой встречаемся достаточно часто. Она может касаться так же, как и женщин послеродовой период, также и активных женщин постарше возраста, которая может быть связана с физиологическими изменениями. И на каждый возраст, на каждую ситуацию есть оптимальное решение. Лучшее решение этой проблемы предлагает Тена, разработав специальную линию для женщин Тена Леди. В ассортименте есть продукты, предназначенные для легкого недержания мочи в виде прокладок, для более обильного недержания – урологические прокладки, в свою очередь при сильном недержании – подгузники, трусики. Те приспособления и устройства, которые надуманы для людей с недержанием мочи, они сделаны из специальных материалов, которые не раздражают кожу, которые не синтетические, очень мягкие, очень хорошо абсорбируют и полностью нейтрализуют неприятный аромат. Все продукты Tena Lady обеспечивают тройную защиту от протекания, неприятного запаха и влажности. Tena Lady позволяет вам чувствовать себя уверенно каждый день, не беспокоясь о протекании. Главное – выбрать для себя наиболее подходящий продукт, проконсультировавшись со своим врачом или фармацевтом. Пойми, что не надо стесняться. С этой деликатной проблемой во всем мире сталкивается каждая вторая женщина. Этого не нужно стыдиться. Эту проблему можно легко решить с Tena Lady. Недержание мочи – это абсолютно не приговор, и мы в аптеке всегда будем доброжелательны, всегда поможем и расскажем каждой женщине, которая сталкивается с этой проблемой, и найдем ей самое оптимальное и хорошее решение этой проблемы.